футбол состоит из ошибок, мы ее допустили, и за это поплатились на первых минутах. Как бы Терек нас наказал. Что в перерыве говорил тренерский штаб, потому что вышли совершенно другой командой, более заряженной? Ну, тренерский штаб говорил, что надо добавить, что Терек подсядет, и сказал, что собрано первые 15-20 минут провести. Мне кажется, у нас это получилось, но потом, опять же, получилось так, что мы остались в меньшинстве, и уже было тяжеловато. Ты был непосредственно рядом с моментом, где было нарушение правил, да, вот где судья зафиксировал фол Печиновича. Что можешь сказать по этому поводу? Я не видел, если честно, что там случилось. Внимание говорит, что там с его стороны ничего не было. Олег Иванов говорит, что была провокация. Ну, в общем, как сказал судья, он все видел и показал вторую желтую карточку внимания. В целом, результат сегодняшнего матча довольны им? Ну, как сказать, мне кажется, игра давалась. Опять же, если бы не эта ошибка наша в начале, в любом случае игра нам давалась. И мне казалось на футбольном поле, что во втором тайме мы вот-вот должны забить второй, но, к сожалению, у нас этого не получилось.